В Дербенте открылась новая школа. Строительство объекта началось в конце 2021 года в рамках нацпроекта образования. Школа номер 14 стала первым образовательным учреждением в микрорайоне Аваин. В учебном заведении созданы все условия для занятия спортом. Это два спортивных зала, общий и для младших классов. А на прилегающей территории расположены футбольные, волейбольные и баскетбольные поля.